Ankstyvas rytas. Mes važiuojame autobusu. Kelionė iš Hurgados į Luksorą. Į karalienių slėnį autobusu su rusakalbiu gidu. Nu, vertimas nelabai koks, bet suprasti buvo galima. Nu, kalnai, kalniukai. Jau prašvito. Išvažiavom. Be 10:05 valandą ryto. Na, jau šviesu. Na, pirmas sustojimas. Mus pasitiko asiliukai. Sėdi, nežinau, ką čia daro. Kažkokios paslaugos gal. A. Einam. Kavos. Kaip. Visi apsimiegoja, ankstyvas rytas, nu ką, 7 valandos. Renka pinigus, visi nori pinigų čianais. Daro fotosesiją. Nu, šypsomės. Blogas vaizdelis iš tikrųjų. Asiliukai. Kodėlos, sveiki, Arkadijai. Mūsų čas, ane iš kokio kapvirchano nylė. Štus mačyt, jai ne vidų Afrika. Mūnas tečinė nynas jungelėse. Valėm, mūsų tik pasuo, sūrėte kvirškį mantybį, ane iš neįgybėti, kad pabarūt, sėdė. Tokia įgūdų, patvartų. Nus parūžai, vos, kad jis parbūt daruot, dalti sėdė. Печить большая красивая очередь. Значит, каждый мусульманин, если имеет деньги, хотя бы один раз в жизни должен совершать ритуальный хадж. В мир уехать один раз. Что там интересного? Там печить большая в году собрается с разных сторон мира. 3 миллиона, где-то 2,5 миллиона. Люди, паломники оттуда приезжают раздать много подарков. Вот такие взрослые мелкие подарки, они подаются салат. Отвикоме и Люксора. Девента ванта, 46 минутис. Ну, вожаем ilgai, на 5 валанду. Nu, pagaliau išlipom ir einam. Kur mes čia einam? Chramo maketas. Maketas chramo. Biletą reikia praeiti su biletu pro vartus. Praėjom pro vartus. Базилик, право. Это базилик? Да, возьмите. Это и есть этот базилик? Нет, базилик, это не чай. Это приправа. Базиликас. Сюда подойдите, давайте.
Вот смотрите, мы сейчас находимся прямо перед Карнаком. Храм Карнак — это дом бога Амун-Ра. Вокруг храма с всех сторон есть забор такой маленький, старый. Его толщина метров была 15 метров, имел высотой 17 метров. Зачем они строили такой забор? Ниль, мы видели, отсюда недалеко Ниль каждый год разливался, это защита для этого храма. Ясно? Какие самые известные элементы с того времени вот остались? Первый главный элемент, сейчас мы пройдем, увидим аллея овнов, аллея паранов, телелева с головой парана. Мы когда сюда приехали, по дороге мы смотрели аллея сфинксов, телелева с головой фараона. Но фараон нет не по Берви, это фараон 30-й династии, он просто отдал приказ форму поменять, и они просто после смерти они поменяли. Поэтому увидим между лапами, уже скаф у города фараона в историческом положении вот так. Постоянно увидим фараона, они стоят в двух изображениях. Либо фараон стоит руку на грудь так, это если после смерти они строили. А если при жизни фараона, фараон жив, тогда изображали фараон стоит перед богом, перед богиней, стоит левая нога шаг вперед. Почему левая, не правая? Левая где находится? От него сердце строили свой храм, свой зал. Фараон поступает в военный марш перед Амуном. Да, пойти за мной. Да, пойти за мной. Смотрите, вот телелева с головой, вот овна. А вот фараон небо стоит в ассирийском положении. Видите, вот стоит руку на грудь. Давайте пойдемте, будет время для фотографии. Давайте за мной. Давайте за мной. Да, будет время, не 10 минут, 20 побольше, я вам отдаю. Да, дойдите, давайте. Это открытый двор под открытым небом. То есть раньше никогда не было крыши здесь. Как они строили вот последний вход, смотрите, пожалуйста, последний вход в храме. Левая стена 43 метра, правая 37 метра. Почему так неровно? Фараон умер, не успел строить без конца. Фараон не смог вверх и умер. Они возили просто вот, смотрите, вот насыпь остался с того времени. Они возили просто все эти бетоны между камнями, управляли замками, деревянные замки, чтобы храм не упал. В 27 году была бешеная землетрясение, но храм хорошо сохранился. До сих пор вот вход сохранился. Где мы стоим здесь, пожалуйста, это отдел фараона Тутанхамун. Тутанхамун вместе с женой Анхесет Атун, они строили свой отдел прямо здесь. Остался от него мраморный такой сфинкс с головой фараона Тутанхамун. Раньше прямо здесь была, вот, подойдите на секунду сюда, пожалуйста. Подойдите сюда. Раньше была прямо здесь аллея, вот на Они строили в честь фараона Анхатиба III. Анхатиб был богатым фараоном. Но фараон Тахарка, фараон 25-я династия, он решил строить свой отдел прямо здесь. Поэтому вот смотри, они вот возили туда вот направо. Их много и налево. И строили вот для фараона Тахарка прямо здесь 10 колонн. 5 направо, 5 налево. Каждая по 23 метра. На самом верху видел лотос такой открыт. Лотос — это знак любви у древних египтян. Когда увидим, фараон стоит перед Богом и дарит ему лотос, значит, я вас люблю. Все убали, кроме одной вот перед вами. Подойдите, пожалуйста, где этот алтарь. Алтарь. Фараоны специально строили, чтобы положить ладью Бога Амун-Ра. Священная ладья Бога Амун-Ра здесь. В время праздника, в разных годах, то народ разрешили, просто остановники, богатые люди. Они стояли с двух сторон, смотрели на их Бог. Первый алтарь они строили, смотрели, смотрели, что там есть комната, вот такая открытая. Там остался вот алтарь, но даже открытый.
Сюда, сюда подойдите. Смотрите, на территории этого зала есть два отдела. Отдел фараона Рамзиса II, к сожалению, от него остались эти две статуи. Первая 10 метров в Василевском положении стоит Рамзис II, а вторая где месте? На территории этого зала есть два отдела. Отдел фараона Рамзиса II, к сожалению, от него остались эти две статуи. Первая 10 метров в Василевском положении стоит Рамзис II, а вторая где мы стоим? Вот левая нога, шаг вперед. Кто этот Рамзис II? Это фараон 19-я династия. Правили страной ровно 67 лет. Умер в 94 года. 49 жен. Самая главная жена Нефертари, красавица. А сколько тогда детей? 92 сыновей, 112 дочери. После его смерти его сын стал фараоном, фараон Мерембетах. Мерембетах — это фараон номер 13. Но в истории Египта есть 11 Рамзисов. Самый известный из них — второй Рамзис и третий. Откуда мы знаем, что это второй Рамзис? У всех есть паспорта, да? У фараона тоже есть свой паспорт. Сюда подойдите, пожалуйста, на секунду. Два паспорта вот перед вами. Смотрите внимательно. Каждый фараон имел двойное имя. Имя по рождению, имя по коронации. По рождению, когда рождается, получает титул Ца-Ра. Ца-Отка значит сын, солнечный диск значит бог Амон-Ра. То есть как он родился, стал сыном, сын бога Амон-Ра, и фараон получил первый картуш, имя, которое родители сами выбрали для этого сына. Уже стал фараоном, уже стал на троне, уже стал владельцем или президентом, скажем, то получает титул Несу-Бети, Несу-Тростник, Сен-Вильюг. Бети бечела Сен-Вильсевер, значит фараон Верхнего и Нижнего Египта, и фараон получает второй картуш. Загран паспорт. Картуш, смотрите на мой картуш, форма вот овальная, не имеет ни конец, ни начала. Внутри писали имя человека на старом древнем языке иероглифа. Здесь что написано? Мухаммед. На обратной стороне три знака. Самые известные знаки в истории Египта. Какие знаки? Первый знак — это Анх, как крест. Вот такой знак. Анх — это знак долголетия. У древних египтян держали только боги. Если увидим мужская фигура, либо женская фигура держит такой знак Анх, значит это бог либо богиня. Фараоны никогда не держали, кроме Рамзиса, поскольку правил страну долго, читался богом, живым богом для древних египтян. И вторая, которая ходила тоже с Анхами, это царица Хетшепсут. Второй знак — это глаз, глаз бога гор. Знак защиты, а третий — это скарабей. Скарабей — это бог Амун-Ра, знак здоровья. Значит, мы желаем долголетия, защита, здоровья кому? Мухаммеду. Фараоны одели, жен, дети, местное население. Люди стали христианами, то одели, стали мусульманами, то одели. И до сих пор одевают, не имеют никаких религиозных отношений. И с этого момента стал символом, символ Луксор, знак страны. Самый известный знак прямо здесь в Луксоре, самый известный знак вообще в Египте, это называется картуш, паспорт фараона. Ясно? Вот имя. Поэтому смогли знать, чья статуя. Если просто вот статуя, то написано имя фараона. А если рисунок над фараоном, имя написано тоже в картуш. Напротив, смотрите, Рамзис III специально строил свой отдельно против отдела Рамзиса II, чтобы доказать, что между его правлением и правлением Рамзиса были такие слабыми фараоны. Он строил свой маленький храм, скажем, на стенах вот правая стена, левая стена, стоит Рамзис III, убивает врага перед Амуном, показывает, какой он сильный, сильный правитель. Перед входом две статуи для фараона, они просто, одна из них хорошо сохранилась. Как мы можем доказать, что в лице статуи это фараон? Какие знаки? Смотрите внимательно. Корона двойная, значит фараон Верхнего и Нижнего Египта. Над короной есть главную гору с полосатой тканей в году. Все это вот, смотрите, карандашом написано, в отмене все это будет время в году.
весь храм был засыпан илом, как я вам говорил. Но один француз, который чистит территорию храма, он открыл забор, и тогда все было 30 метров. Поэтому храм проводили только на Туда смотрите, пожалуйста, Бирьяна верит вами, это Бог Амун-Ра. Бог Амун-Ра, мы сказали, как выглядит. Либо скараби, либо солнечный диск, либо овен, баран, либо мужчина с двумя перьями. С двумя перьями это Бог Амун-Ра. Рядом с ним это фараон. Вон там. Это кто это, конкретно, какие фараоны, которые там здесь фараоны. Откуда мы знаем, что фараоны здесь, мы здесь смотрите два каркоша, два спать, где написано имя фараона. Перед вами это оригинал. Ветки, где мы стоим, это современные. Ветки, это современные. Но кусок остался с того времени. Подойдите, я вам покажу изображение правдуры. Подойдите. Раньше когда-то стояли дилемма здесь пророком, здесь и то. Когда-то стояли дилемма здесь. Под ногами, смотрите, изображение врагов есть два вида. Бородатый через один, раз, два, например, три. Бородатый это хейти. Хейти это Малая Азия, они жили в Стамбуле, Ильяна. А эти, которые одевают серьги, это кто они? Это негри, африканские, нубийцы, которые до сих пор они живут, мы их принимаем, как египтяне. Но раньше, во времена фараонов, их изображали прямо под ногами, их изображали на стенах гробницы, без кружного вида, вообще без головы, руками связаны, вся спина, ноги вверх. Ну, враги, друзья, сюда подойдите. Смотрите, на территории этого зала ровно 134 колонны. Ровно сколько? 134. Центральный, смотрите, вот 6 направо, 6 налево, их фараон строил фараонами в 33 метра. Каждая по 23 метра, и наверху выйдя рота с такой отбитой. Остальные ниже на 6 метров. 61 налива, один фараон на сети Бервова, его отец. Раньше была крыша здесь наверху, и решетки до сих пор вот есть. И опять крыша здесь, но крыша упала во время землетрясения. Вопрос, почему строили этого зала? Смысл, зачем строили? Во-первых, как документы, на которые написали свои координации, изображали, как фараон стоит поклоняться перед разным богам. Постоянно изображали фараонов в розовом фоне. А боги, в отличие от фараонов, изображали в синем фоне. То есть, если синий, то значит бог, если розовый, значит фараон. Написали имена фараонов в картушах. Смотрите, два картуша. Все эти картуши балзамированы, хранитель гробницы. Сокол, это бог защиты у древних египтян, есть два вида. Есть такой обычный сокол, это сын Изида и Осириса. А есть сокол, но на голове солнечный диск, это бог, его звали Бур. Ра-Ахти играл большую роль после смерти фараона в загробном мире и подарил фараону вечную жизнь. Хнум, это бог детей у древних египтян, потом объят сокол. Все связано, смотрите, это священный молодец бога Амун-Ра. И вот знак, смотрите, помните, голова Бога. А тут есть две богини. Первая – богиня Мать. Богиня Мать – это богиня правды, справедливости у древних египтян. Женщина на голове прямо вот беру страуса. Беру это символ справедливости у древних египтян. Вторая рогатая женщина между рогами солнечной диски – это богиня Хатхур. Богиня Хатхур – это богиня любви. Ее изображали в виде коровы, либо рогатая женщина таким образом. Либо женщина с ушами корова, лучше как корова. А где горячие лучи солнца светится над обезьянам, то обезьян бледел, стал центром для бога Амуна. Даже после их смерти тело прямо балзамировали и хранили в отдельном могиле, называется долина обезьян. А здесь еще это отношение и бива, мясо, все это подарили просто вот богам. Сюда подойдите, пожалуйста, на секунду. Здесь фараон Рамзес II, из-за карты знали, что это он.
стоит жертва приношения, подарим Богу, которая очень сильно похожа на Амуну. Смотрите, то же самое корона с двумя перьями. Чем они отличаются? Какая разница? Борода. Сколько борода? Этот поп с одной рукой, смотрите, с одной ногой. А вот разница, видите? Большая разница. Это бог плодородия у древних египтян Мени, не бог секса, бог плодородия. Об этом Богом есть такая версия, говорят, что египтяне вместе с фараоном поехали воевать против хетов магов, один год. Этот Мен не был инвалидом, он спрятался, остался, с ними не поехал. Представляете, если весь город, одни женщины, с ними только один мужчина, что будет? Ну, в результате, я имею в виду, что будет? Вот Юг, где она, вот смотрите, а вот, богиня Мун. Раз, два. Во всех фильмах они пока изображали просто вот жрецы, жрецы с парадой, надевают головной верх, это неправо, но вот настоящие вот жрецы. Они все лысые, бритые, вообще без волос. Все они бритые, все лысые. Во время правления фараона Рамзиса художник очень хорошо работал. Рисунки, все аккуратно, все ровно. Поэтому они хотели показать свою работу, как они хорошо работают. Поэтому подойдите, пожалуйста, один шаг сюда, подойдите. Они изображали прямо здесь фараон Рамзис II. Вот это Рамзис, который был 7 дней. Стоит между двумя богами, между шакалом и соколом. Они втроем возили и ловил бога Амунра. Но смотрите, изображали вот бога. Анубиса, шакал, будто несколько богов, каждая фигура имеет несколько рук, несколько ног. То же самое сока. Они специально так, это не ошибка, они специально так сделали, чтобы показать, как изображение Бог ходит. Знаете, вот эти фильмы, как они делают, картины, как они собрали, что будем стать далеко. Тут не кажется, что сам Бог ходит. Передние. С Богом тогда изображали Бог выше, чем у фараона. Уровень. Видите, вот есть разница. Но Рамзис II за то, что долго правой стороной и хотели стать богом, изображать себе прямо здесь, смотрите, перед соколом, гор, ра, ахти, сокол, и на голову слышите здесь. В тот момент пришел Ибис Пуот, сделал дерево жизни вокруг фараона, и обещал, сколько листей, столько детей Богу. Это его дети, которые попробуют. Наверху, где краска натуральная? Это праздник Хэпси. Что за праздник? Фараон, когда склоняет 30 лет на труд, это отличает такой праздник. Саатель Бэш. Туда подойдите, пожалуйста, за мной. Туда подойдите, за мной. Туда собираемся, давайте здесь, пожалуйста. Время берет вами это берет фараона Тотмос I. Тотмос I это первый фараон копал гробницу в долину царей. Он что строил? Строил свой отдел прямо здесь, установил два обелиска, каждая обелиска 23 метра. Один из них вот стоит, а второй упал во время землетрясения сломался. Крейча долго мену, дал фараону, лабы дома свои, файно. Galite pasižiūrėti. Liuks atrodo.